27 мая 2012 года. Ну вот такая каштановая дорога у нас сегодня, цветущие каштаны по обоим сторонам дороги. Свежая зелень, рябины цветущие. Ну и теперь наша дубовая улица. Сирень здесь, и улица у нас называется сиреневая. Яблони уже отцветают. Вот такие вот у нас ящики для собак и собаководы. Так модно снова обрезать яблони у нас. Лет 5 уже все обрезают. Ну и наш 19-й дом. Приехали.